Ситуация полностью контролируется армянскими вооруженными силами. Заявление Министерства обороны об обстановке в Сюникской и Гегаркуникской областях. Азербайджан должен вывести свои войска с территории Республики Армения. Советник президента США коснулся ситуации в Сюнике в разговоре с Николом Пашиняном. Подтверждаем необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня. Комментарий МИД России в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Армения подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Турции в связи с вербовкой сирийских наемников в ходе Арцахской войны. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 212 случаев заболевания коронавирусом, 323 человека выздоровели, 13 скончались.